Сегодня у Сию день рождения, и у меня для нее потрясающий подарок! Ю-ху! Эй, Сью! Сэм, ты меня напугал! Да ладно, Сьюзи! Время получать подарки! Открывай мой! С днем рождения, Сью! Ой, Сэмми, я так волнуюсь! Спасибо большое за этот попыт в форме единорога. Опять? Почему бы и нет? Роджеру понравился. К тому же раньше ему попытов не дарили. Светлые вафельки, мы забыли про день рождения нашего хомячка, девочки-ванильки. Надо что-то ей подарить. Может, в этот раз обойдемся без попыта? Серьезно? Ну, хомячкам такое не очень интересно. Я бы не стал так говорить. У меня же есть одна идейка. Привет, ребята! Сэмми предложил смастерить попыт-лабиринт для нашей ванильки. И первая комната уже готова! Сью, помоги мне выбраться! Прыгай! Кажется, с дверью будет лучше. Зови, если что-то понадобится! Хорошо, а пока возьмем фоамиран и вырежем рамку. Сэмми, твой выход! Не буду я один это делать! Пойду попрошу Роджера помочь! Ребята, вы тоже можете попросить взрослых. Оп, отлично. Как дела, Сэмми? Моя деталь готова. А ты чего так долго? Я вообще-то все время вырезала. А раз уж ты вернулся... Вот, распутай пока провод. Фу, легкотня. Жди через секунду. Ну, может, чуть позже. Тем временем дверь почти готова. Ждем только открывающий механизм. Держись, Сьюзан! А теперь покажи, как это работает. Провод пропускаем через обе детали. Вот так. И вот результат. Осталось закрепить дверь в проеме. И вуаля! Эй, кровать застряла! Нам нужен подъемный кран! Я буду твоим краном, Сэмми. Пора обставить нашу комнату. Меня раздери. Немного похоже на тюремную камеру. Тут что-то шевелится! Святые пироженки, что это, Сью? Это следующая локация для праздничного хомячьего квеста. Давайте ее заполнять. Попыты здесь будут вращаться по кругу. Поучаствует ли Ванилька в этом челлендже? Может, спаяешь электрическую цепь, чтобы проверить? Вау, аккуратнее, Сэмми! А то нам нечего будет паять! Работайте паяльником только под присмотром родителей! Аккумулятор – это последний шаг здесь. И готово! Вот так, первый попыт на месте! Но нам надо еще два! Не все так просто! Проверим! Оп! Эй, Сью, а ты ничего не забыла? Ой, точно, спасибо! Симпатично, да? Переходим ко второй локации! Сейчас посмотрим! Вау, сколько места! А что разместим здесь, Сэмми? Монстры из пластиковых трубочек, питающегося хомяками! Не переживайте, ребята, этого монстра легко приручить. А трубочки мы используем как препятствие. Нашей ванильке придется попотеть, чтобы пройти через них. Может, кто-нибудь их заберет? Они меня раздавят! Полегче, парниша! Хоп! Теперь потрясем! И вуаля! Лабиринт готов! А чтобы ванилька не запуталась, приклеим стрелочки. Вот так. Пресвятые макароны! Мне нравится, Сью! Вау! 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 Несколько шариков завершат картину. Закрепим их клеем. Ребята, а мы двигаемся дальше. Еще столько работы, на очереди следующая комната. Ставки здесь высоки с самого начала. Вставим кружочки в разноцветные отверстия. Они будут двигаться. Фиолетовый сюда. И чик. Ю-ху! Похоже на разноцветное картонное барбекю. Ох, это будет так весело. Сью, сколько еще? Следующие препятствия готовы! Не подглядывай сюда, Сэмми! Почему? Я тоже сюда хочу! Да я просто шучу! Хотите увидеть следующую комнату, ребята? Тогда оставайтесь с нами!
Вжух! И наш хомячок покатится по мостику! Конечно, нет, безопасность ванильки превыше всего. Она уверенно его перейдет. Так здорово, что мы сделали целых два мостика! Зацените, как здорово! И вот последний челлендж в этой локации. Раздвижные двери. Мы сделали их из картона и трубочек. Та-да! Новый классный челлендж готов! Ребята, как вам? Похоже на кольцо для мыльных пузырей, да? Эй, эй, ты что? Зачем столько? Фух, ты меня запуталась, Ю! Они не для пузырей, а для челленджа ванильки. Смотри сюда! Ох, ванильке так повезло! Мне бы такой веселый день рождения! И снова возьмемся за паяльник. И все три кольца будут вращаться. Сейчас все соберем, а Сэм первый все испытает. Это выключатель. Так-так, работает! Зацените, ребята! Не так уж и просто, да? Посторонись! Чеддер, меня раздери! Ничего не получается! Ю-ху! Да это же легкотня! Как здорово! Давай еще раз! Ю-ху! Ну, ванилька так высоко прыгать не умеет. Скоро увидим, как она выберется из этой комнаты, друзья. А пока вернемся к попытам. И на этот раз он шипованный. О-оу, эта комната не из простых. Сьюзи, забери меня! Вот так. Эй, я снова в ловушке! Ребята, помогите! Успокойся, Сэмми. И ребята, не волнуйтесь, они совсем не острые. Мы их поставим в последней комнате на этом уровне. Вот сюда. Не забудьте поставить ручку снаружи, чтобы вращать платформу. Вау, похоже на смертельную ловушку в древнем подземелье. Чего же мы ждем? Пусть будет еще интереснее. Вау, зацените, я настоящий акробат. Уверена, наш маленький хомячок совсем не испугается. А тут у нас два подвесных мостика. И лифт, кстати. А куда он делся? Вау, только не вверх, мне надо вниз! Опускаем его прямо в центр лабиринта. И это последний шаг на этом этапе. Сьюзи, чего так долго? Я хочу покрутиться в кабинке! Ну что, Сью, ты готова? Давай протестируем! Окей, ты сам напросился. Вау! Голова кружится! Я ухожу! Чеддер, меня раздери, это что-то новое! Оп, хоп! Вау, минуточку, я еще не готов! Я что, в цирке? Хм. Это новый уровень лабиринта с танцующими цилиндрами. А какой танец они танцуют? Степ? Ча-ча-ча? Как необычно, я бы назвала этот танец влево-вправо. Хочешь посмотреть? Ты что, шутишь? Еще как! Окей, но сначала нужно собрать механизм. Эта деталь пойдет сюда. Я понял! Так цилиндры будут качаться влево-вправо! Ну что, мы закончили. Что скажешь, Сэмми? Можно переходить к следующей локации. Ванилька будет здесь с минуты на минуту. Ребята, вы только посмотрите. Сэмми, я знаю, что ты над чем-то работал, но даже не подозревала, что это настолько круто. Я очень старался, чтобы все было идеально. Волнистый мост, мост с зигзагом, мост с летающими кольцами. Не хватает только лифта. Сейчас мы его сделаем. А эти деревянные перила помогут им управлять. Приклеим их сюда. Хм, у лифта тоже должны быть перила. Ты закончил? Ну, конечно! Тогда полетели! Добро пожаловать на борт! Пункт назначения – день рождения ванильки! Последняя деталь шахты лифта – деревянный ограничитель. Он должен двигаться строго вверх и вниз. Вот так. Еще немного, Сью. Держи, держи. И готово. Да, сделаем такой же с другой стороны, чтобы ванилька смогла добраться до третьего этажа. Хоп, похоже, мы закончили. Ребята, хотите увидеть короткое превью последней локации? Зацените. Ставьте лайк, если понравилось. Сэмми, им же ничего не видно. Да. Ой, Сью, мне так нравится! Сколько всего разноцветного!
Добавим препятствия, типа этого вращающегося цилиндра. Ха! А вот и новый шашлычок! Кстати, он тоже электрический. Чтобы пройти такой лабиринт, нужна серьезная подготовка. Хочешь попробовать прыгнуть через рамку? Нет, это для хомячков. Тогда сделаем сетку, чтобы ванильке пришлось через нее протискиваться. Ох, это будет так весело! Давай добавим еще несколько препятствий. Вау! Это кольцо лучшее! Хочу еще раз прокатиться! Будь осторожен со своими желаниями, Сэмми. Ты же не хочешь превратиться в хомячка? Ну уж нет! Я люблю быть слаймом. И я хочу увидеть другой этаж. А вот и он! Тут наша пушистая подружка заберет вкусняшку. Не хватает только одного крутящегося цилиндра. Он сделан из картонных кружочков и трубочек. Прикрепим его к стенкам короткими деревянными палочками. А известный механизм заставит его катиться. Никуда не уходите, сейчас ванилька будет проходить лабиринт. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Ванилька! Это попытовый лабиринт для тебя! Ой, кажется, для нее это чересчур. Ладно, маленькая, забегай. Давай, давай, именинница! Ванилька, не расстраивай меня! Эй! Она решила принять ванну! Какая она прелесть! Похоже, она не совсем поняла, что нужно делать. Дай ей время, Сэмми. Она пока осторожничает. Вот так, милая. Да! Ну, наконец-то! Вау! Она настоящий профессионал! Ей так весело! Она застряла? Может, поможем ей? Нет-нет, Сэмми, все в порядке. Молодец, Ванилька! А, комната с трубками! Как интересно! Нет, Сью! Это будет интересненько. Вау! Вы видели? Какая она гибкая! Уверена, она провела особую хомячью тренировку, чтобы подготовиться к нашему лабиринту. Похоже, ты прав, Сэмми. Зацените, ребята! Отличный маневр! Очень круто! О, комната с картонным барбекю! И кажется, для нашего хомячка это расплюнуть! Мостики! Эй, так быстро! У Ванильки отличная координация! А еще она отлично ориентируется в пространстве. Погляди, как она прошла все двери, как профессиональный дверь-открыватель. Так, эту локацию
очень сложно пройти. Но такой умный хомячок, как Ванилька, знает, как обойти все препятствия. Отлично получается! Давай, Ванилька, вперед! Эй, она что, пытается жульничать? Она просто пытается понять, что там над ней. Как насчет прокатиться с ветерком? Похоже, ей понравилась карусель. Давай, Ванилька, вперед! Сьюзан, готовься вращать попыт. Есть, сэр! Оу, какая она храбрая! И милая! О, танцующие цилиндры! А знаешь, я могу научить ее танцевать! После этого лабиринта, Сэмми, скорее она тебя научит! Эй! Еще один рывок. И получилось! Посмотрим, как она справится с этим. Мне жаль тебя расстраивать, Сэмми, но твои мостики для нее совсем не препятствие. Даже попытовый. Боюсь, и он тоже. Погляди, как плавно она двигается вниз и снова вверх. Давай, девочка! С этим лифтом ты уже знакома. Вот так. О, она решила немного умыться. Это сложно! Только не смотри вниз, Ванилька! Вот так. Почти у цели. Молодец! Осталось всего две комнаты. Вау! Давай, Ванилька! Протискивайся! Еще немного. Да! Должен признаться, я в восторге, Сью. Она такая молодец! Не то слово, Сэмми, не то слово! Еще одно препятствие! Нет-нет, через отверстие, милая! Вот так! А вот и вертушка! Еще немного! Почти все, Ванилька! Умница! А она крепкая! Орешек наш хомячок. Я под впечатлением. Наша везучая именинница. И она у финишной прямой. Еще пара шагов. Ой, надеюсь, она не испугается этой трубки. Вперед, вперед, девочка! Ванилька с достоинством проходит радужный лес. Но что же ждет впереди? Лестница – простейшее испытание для этой юной леди. О, она решила ускориться. И бинго! Юху! Теперь моя очередь пройти этот лабиринт. Посторонись! А куда поворачивать? Ребята, если вам понравился этот крафт, поставьте лайк и не забудьте подписаться. Пока-пока! Так, это уже не смешно. Где я? Сьюзи!